вопрос. Вот мы на вышке, на самой макушке. И видим все свет. Карьеры, да. Раскачивает нас ветром наши тени. Так, ну что, ты быстрее меня, наверное, да? Есть? Да. Что, а что, ну вот, поедем за мороженым. Да, на 360 градусов, да? В каждое окно. Ты ж половина разбита, жопа. Какие-то ставки. Можно прыгать с парашютом, если он уже раскрыл. Че, полез? Давай. Карьер. Как ее шатает от ветра. Офигеть. Отсюда, наверное, крутое будет панорамное видео. Ползем. Вода сюда вообще круто. Вот так я побывал на вышке. Теперь главное спуститься без происшествий. Там вон люди ходят, нас палят. Кабель интернет. Шлем пригодился. Так вот прикольно куда-нибудь полазить иногда. Хорошая физическая нагрузка. Вот такая башенка. Раз, два, три,
4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 где-то по 3 метра. Где-то метров 30-35 она всего-навсего. Ну как тебе, Валюш? Я весь вспотел.